Антоха сегодня с муравьишками идет. Я его привезла, потому что он с муравьишками пошел. Муравьиную ферму сегодня покажут в школе. Я вообще слился сейчас с забором. Доброго утра, ребята! Я иду на солнышко. Сейчас понаслаждаюсь солнышком. Пойду готовить себе завтрак. Всегда люблю природу. Что-то же пчелки вылетели на работу, ребят. Представляете, где эта пчелка? Вот она. В общем, уже все проснулись, птички поют. Вот птичка. Гляньте, бегает. Что ты хочешь? Ты с кем-то разговариваешь? Сегодня пораньше бельишко развесила. Ну что, я буду готовить себе завтрак. Вот мои сегодняшние планы. Глазунья с помидорами, яблоко с творогом, куриная печень с гречкой, овощной салат, 2 хлебца, теплый салат и куриная печень. Делаем глазунью из 2 яиц, 50 грамм помидоров и 2 хлебца кернеш. Это мой завтрак. Доброе утро! Мой завтрак. Яичница с помидорами из 2 яиц и 2 хлебца. И вода. Вот у меня тут печень с луком. Сейчас буду добавлять сметану с водой. Немножко посолила, поперчила. Я уже печень себе приготовила со сметаной, все потушила, куриную печень. Сейчас буду готовить мальчикам оладики печеночные. Здесь вот у меня остатки куриной печени. Я сейчас помою ее, переключу через мясорубку с луком и с морковкой. Сделаю как-таки, добавлю немного муки, немного яйца, вот такие печеночные оладушки. Пюре еще деткам и папе. Так, вот я все перемолола через мясорубку. Сейчас добавлю сюда яйцо, немножечко муки и буду жарить. А, ну и соль, перец, конечно. Вот одно яйцо, немножечко муки. Сейчас даже не знаю, какое должно быть тесто. Делаю все на глаз, как вот мне хочется. И буду оладики печеночные. Морковки тут прям я не пожалела, знаете. Я жарю оладушки. Тесто, знаете, даже не знаю, какое по консистенции, но оно не жидкое. То есть оно вот в ложке. Не знаю. В общем, я все на глаз делаю. Не знаю, у меня рецепта нет. Все как мне хочется. Вот такие вот оладушки получаются. Вот я уже первую партию пожарила. Мне кажется, должно быть вкусно. Так, что у нас тут? Котлетки. Эти вот печеночные оладьи, котлетки, не знаю. И пюрешка. Сейчас сделаю салатик. И все. Они уже с Сашей. Привет, ты на бат... Пошли тебя снять оботу. Сейчас. Крис, Саша у нас! Зачем? Выключи, пойди свет. Зачем ты его включил? Свет горит, включи. Ух ты, как я давно не смотрела на палисадник. Уже тюльпанчики. Что, выключить не можешь? Уже скоро тюльпанчики раскроются. Обалдеть. Обалдеть, Афоня, глянь, сколько цветов. Тебе нравится, сынок? Как они красивые. Да, мама сейчас поедет на маникюр, да? Мама, как это стоит? А это такая жужжалочка специальная. Бжж, бжж, бжж. А что, нельзя снимать?
Можно, но маме будет больно. Ну и что? Пусть маме будет больно, да? Помажем. А, помажем? Да. Тогда здесь горячий утюг. Отходи отсюда. Давай, давай, давай. Сынуль, ну утюг, ты слышишь меня? Давай, беги. Как весело, когда Афоня дома, да? Сынок, тебе весело дома? И ты этот человек мне говорит, у меня уже кашель прошел, да? У нас уже 3 часа, я была на маникюре. Как раз с 12 до 2 успела, пока у уже не обед. И теперь у меня красота, потому что вы сами видели, что даже Афоня мне говорит, мама, у тебя такие некрасивые ногти. В общем, все, я записалась и счастлива. Посидела 2 часа, поболтала, знаете, это как будто психолог с психологом сидит. В общем, круто было. Спасибо огромное, Таня. Прям прикольно, что ты сидишь и тратишь 2 часа. Все равно разговор, обмен опытом, как я не люблю это слово, потому что у каждого свой опыт, ну вот некий, да, обмен информацией произошел. Ты даже, могу сказать, провел эти 2 часа не зря. А теперь перекус. Вот уже доедаю салат овощной, 2 хлебца и воду. Не знаю, попила у Тани чай, больше не хочу, поэтому хочу воды. Все это съесть и заняться делами. Меня сейчас ждут птички и гора вещей, что-то я запустила за пару дней. Вот сейчас все так хорошо сохнет, все перестирываю. Буду сейчас складывать. Фонька, вот что ты тут в компьютере смотришь? Что ты смотришь, сынок? Математика сделает, а я буду сидеть, чтобы было все честно. Хорошо, да. Или учи его уже читать. Да? Нет, я не буду. Вот, например, а там говорит слово, и он должен повторить его правильно. Хорошо. Я не буду. Пошли ты на танцы. Ты не поедешь на танцы, Антош? Ну давай быстрее это думай. Не поедешь? Ладно, ну что значит ладно? Я тебя не заставляю. Не хочешь, не едь. Хочешь, оставайся дома. Будешь дома? А то что, ну-ка быстрее, мне везти тебе или нет? Даша, Даша пришла. Папа тут что-то делает. А где Афонька наш? Мама, да? Да. Угу, хорошо, не буду здесь ходить. Полная, да? Вон, вода я вижу. Угу, нужно туда отходить, да? Сейчас. Надо. А там... Все в пределе, все играют. Даша с Гришей на батуте, а здесь малыши. Малыши-карандаши. Привет. Привет. Что вы делаете, Афась? Ты все-таки воду сюда налил? Это не она, я себе. А, она тут сама была, да? Мне надо это ведро. Зачем? Для чего тебе оно надо? Вот это Гришу попроси, мать не поможет. Помой, пожалуйста. А что вы там сейчас все вымажетесь, будете как поросятки, не надо. Ребят, я сразу с корабля на бал, вот сделала пряничные раскраски. И нужно было еще топпер сделать. Все готово. Палитру пока одну сделала, но раскраски будет 4. Завтра буду все фотографировать. I used to believe.